Всем привет! У нас 13 мая, третий день тепло, и все в один день решило распуститься. И вот еще сегодня с утра вся стояла в бутонах, а сейчас распустилась жимолость к вечеру. Утром еще просто бутончики были. Эту жимолость я привезла 3 года назад с Урала. Мама мне откопнула кустик, откопала. Вот. Первый год она немножко зацвела, но муж у меня за лето ее 2 раза скосил триммером, не видел ее. Поэтому нам пришлось вот тут водрузить вот такое колесо, чтобы он видел ее. В том году была тоже холодная весна, она вообще не цвела, она стояла красная такая вся, какая-то замерзшая. А в этом году тоже весна холодная, и вот она зацвела. Кстати, знаете, как ее на Урале называют? Извините, мудянки. Ha ha ha.